дома Азатрай. Хай, Лео, думаю, мы нашли Диасу покупателя. Ты дашь ему кольцо и заключишь сделку, понял? Где ты сейчас? Что с твоим голосом? Ты в порядке? Просто скажи мне, где ты? Кто ты, черт тебе подери? Где Лео? Лео ненадолго вышел, а меня оставил за тебя. Да пошел ты! А, боже ты мой, это вы. О, черт, мне нужны новые штаны. Эй, эти психи севера, они ждали сигнала и скоро тут появятся. Да где эти чертовы деньги? Расслабься, мы еще не на этой стороне. Ох, мне действительно казалось, что вы с этим разобрались. А сейчас они говорят, что мы должны оказать им услугу. Это значит, что услуга с меня. О, конечно, точно так. Разве я похож на того, кто может запугать присяжного? Я не могу запугать и ребенка, и поверьте мне, я пытался. Послушай, либо так, либо кузен Форелли Джорджа получает 5 лет за мошенничество. Тебе надо убрать этих ребят. Понятно, помочь присяжным передумать. Не беспокойтесь об этом. Нет, я пробовал. Суд плохо разбирает дело, они должны передумать. Ну ладно, придется еще немного дерьма раскидать. Кажется, я понял, кем я был в прошлой жизни. Идиот! Боже ты мой, это вы. О, черт, мне нужны новые штаны. Эй, эти психи севера, они... Yo, you didn't mean that, right? Идиот. Stop acting so hard. You want some mommy? Here's my card. Кто-нибудь помогите, пожалуйста. Ты помнишь Джордио? Помнишь, он невиновен.
Я не могу в это поверить. Невиновен, ясно? Отлично. Это ясно без разговоров. Томми! Томми, как дела? Нет, скажешь мне позже. Томми, это Авери Кэррингтон. Думаю, вы встречались на вечеринке. Мы не знакомы лично. Привет. У Авери есть предложение. Разве мы думали по-другому? Я пытаюсь прогнать волков от двери. Так поможешь мне? Я как натянутая проволока. И даже если мне придется умереть до конца недели, хотелось бы думать, что не бедным. Теперь успокойтесь вы оба. Сынок, ты помогаешь мне, и если какие-то куски дерьма мешают тебе жить, я позабочусь о том, чтобы они надолго заснули. Ладно, чем я могу помочь? У компании по доставке есть депо на классном участке. Они не продаются, они ухватились за него, как огромные старые крысы. Так мы выкурим оттуда этих паразитов. Отправляйтесь туда и потрясите осиное гнездо. Охрана будет сильно занята, и вы можете пробраться и разобраться с ними. И вы должны поменять одежду у Рафаэля, вы должны были уже быть там, так идите. Должен быть бунт. Если дела пойдут так, как надо, зайдите как-нибудь ко мне в офис. Кто они, эти ублюдки? Адвокатские ублюдки, окруженные такими же уродами? Bye-bye. This is what
Out of my way! You jerk! I'm like so stuck. A real tiger, man. Мистер Версетти? Да, это Кортес. Ты как-то был у меня? Да, помню. Мистер Версетти, это было самое неудачное для бизнеса происшествие. Я знаю. Я хочу, чтобы вы знали, что я и мои люди делают все возможное, чтобы разобраться с этим. Если хотите поговорить в более интимной обстановке, вы знаете, где мне найти, хорошо? Удачи, сеньор. Мистер Версетти, полковник. Спасибо, что зашли. Садитесь. Лобстера хотите? Нет, спасибо. Мне неприятно сообщать, что одной из причин наших общих проблем, похоже, стала развязанность языка человека, которому я доверял. Я многие годы забочусь о Гонзалесе, но его некомпетентность достигла новых высот. Это хорошо, что если вы убьете Гонзалеса. Это он сделал это? Меня волнуют только деньги. За вашу доброту я вас вознагражу, и потом мы вместе найдем ваши деньги. Он будет в своем пентхаузе, полупьяный. Воспользуйтесь этим, и я щедро вас вознагражу. Jacket and tie required. Therefore, you will be an improvement! Get your...
Я сейчас заткну этот ваш большой рот. У него нож. Хватит бежать, толстая свинья. Прочь от меня, подонок. О, святой Иисус, я испоганил свою жизнь и лицо. Не двигайся, и все будет быстро. Я заплачу вам вдвойне, Томми, вдвойне. Southwest by